Улица, носящая имя героя Николая Гастелло, нуждается в капитальном ремонте. Большая часть ее жильцов – пенсионеры, которым трудно взять ситуацию в свои руки. Они своими силами стараются отремонтировать дорогу, закупая на стройках щебень и заполняя им ямы. Городские власти, по словам жителей, не оказывают в этом никакого содействия. Ситуацию разбирался Марк Брюшко. Да и вообще некрасивая улица такая, Гастелло. Это же, я не знаю, это героя. Любовь Шикуткина вместе со своим мужем переехала на улицу Гастелло в 2001 году. Начиная с этого времени, их семья вместе с соседями безуспешно пытается привести улицу в порядок. Еще в 2002 году им пришло письмо о том, что на ремонт дороги выделили около 1,5 миллиона тенге. Ни денег, ни ремонта люди так и не увидели. Обращались ко всем. В 2002 году нам прислали письмо и обещали, что дорога включена в ремонт на 2002 год. Вот. И вот сейчас уже 2013 год, середина, дорога в таком же состоянии. Суворовское училище находится чуть дальше. Все студенты, наши будущие воины, наши защитники идут этой улицей, улицей героя нашего Гастелло. Местные жители уже более 10 лет не могут добиться ремонта дороги. Асфальтовое покрытие здесь видели только в советские времена. Пенсионеры рассказывают о том, как дорожное полотно еще в 50-х годах было повреждено ремонтом труб. По словам старожилов, за все то время, что они обращались в службы городского и областного акиматов, никто из представителей власти их так и не посетил. Каждый год во время ремонтных работ на ближайших центральных улицах движение пускают по и так разбитой дороге Гастелло. Пыль летит в дома, негативно сказываясь на здоровье людей и чистоте их жилищ. На проблему обратили внимание депутаты городского маслихата. После одного из выездов постоянной комиссии по ремонту дорог народный избранник Булат Кенжин пообещал оказать содействие в разрешении этой проблемы, поскольку улица Гастелло выходит на социально значимые объекты и центральные улицы города. Ну, на самом деле мы видим, что тут необходимо ее ремонтировать, капитально ремонтировать, поэтому мы будем выходить с этим предложением на власти городские. И желательно даже в этом году сделать ямочный ремонт. А если не получится, то заложить деньги и на будущий год сделать капитальный ремонт полной улицы. О проблеме знают и сотрудники городского акимата. Чиновники уже введены в курс дела и обещают, что о печально известной дороге никто не забудет. Действительно, на сегодняшний день состояние дорожного полотна улицы Гастелло оставляет желать лучшего, особенно после ремонтно-восстановительных работ коммунальных предприятий. Но, тем не менее, мы в этом году планируем включить его на средний ремонт на следующий год, при условии достаточного финансирования. Жители улицы Гастелло уже отчаялись найти какую-либо помощь. Оставшаяся надежда – телевидение. Быть может, с его помощью людям удастся достучаться до акимата. Марк Брюшко, Боржан Алипов, Жасулан Амандык, Марат Култенов, Первый Карагандинский.